привет, Ромочка. Так, кто у нас тут есть? Атрейдесы, харконеры, контрабандисты, фримены. Кто эти люди? Кто разбирается во вселенной Дюны? Так, обязан своей безупречной репутацией жестокому, но справедливому управлению его главы. По указу императора... Атрейдесы только что приняли в свои руки управление Аракисом. Им предстоит многое сделать, чтобы установить там свою власть после Харконеров. Так, могут использовать способность мирная аннексия. Другие фракции не теряют авторитет от связанных с вами договоров. Высокое положение в Лансраде приносит больше преимуществ. Нельзя разграбить нейтральные поселения. Так... Могут использовать способность подавления в поселениях. Здорово, Фриман. Опередил жваху, ну да. Здорово, Пончик. Так, плюс 5% производства ресурсов поселений за действующих ополченцев. Всегда знает, сколько влияния у других фракций. Минус 10% производства ресурсов поселений. Не, ну это херово. Такое мне не нравится. Могут устанавливать теневой штаб в поселениях противоположных фракций. Могут назначать награду за постановление Лансрада. Здорово, Ванечка. Привет, Жвахочка. Так, может назначать награду за постановление Ландесрада. О, господи, что за название такое сложное? Блин, у меня проблема. Я не смотрела фильм «Дюна», а книжку читала очень давно. И, типа, я вообще не в теме. Вот вообще, как будто вот, ну, для меня это новая вселенная. И, короче, нихера не понимаю, если честно. Вообще. Так, ежедневный расход. Припасы боевым единицам равен. Минус 30%. Блин, я уже сегодня сходила на день рождения. Бахнула 2 бокальчика пива. Мне так хорошо. Я шальная императрица. Скоро спать захочу. Здесь нет ордосов, поэтому это не канон. Ну, может, потом введут. Это вроде бета еще. Ограниченный доступ к Лансраду. Что такое Лансрад? Миша, вот я в курсе. Я вижу, ты в курсе. Давай, объясняй мне. Здорово, мужик. Я вам буду тут сейчас это томненько так разговаривать в микрофон. Так, только не падай микрофон, пожалуйста. Вот так вот, да. Если делали по книжке, то их не будет. Ага, поняла. Но тут их нет. Может, и по книжке делали херово. Может, просто взяли вселенную. Так, короче, мне нравятся Атрейдесы. Будем за Атрейдесов. Выберите двух советников. Так, леди Джессика позволяет вам навязать договор другим фракциям за 50 единиц влияния. Фракции необходимо 100 единиц авторитета, чтобы отказаться. Открывает договор соглашения об открытых границах в начале игры. Тяжело. Так, Дункан Айдаха. Получаемое значение связи с Сиэч увеличивается на 100%. Минус 10% авторитета необходимо для аннексии поселения. Один из самых надежных людей герцога. Лето и оружейный мастер дома Атрейдесов. По указанию Лето Дункан стал послом Атрейдесов у Фрименов после их прибытия на Араксис. Это надо углубляться в книжку «Батлерианский джихад». По-моему, в ней есть ответ на твой вопрос. Найс, ты придумал. Так, Суфир Хават. У ваших агентов появляется несколько дополнительных свойств. Одно. Ваше поселение получает плюс 20 производства ресурсов за 2 дня, когда в их регионе проводится как минимум одна операция. О, давай вот этого одного возьмем. Так, открывает боевую единицу ополченцы-ветераны. Не, ну мне нравится женщина. Вот давайте возьмем женщину и мужчину. Так,
При значении гегемония. Блин, у меня вебка стоит не совсем правильно, мне кажется. Я тут закрываю половину нахрен. Так, ну-ка, стоп. Трансформировать, сбросить трансформацию. Во. А вот это в другой угол сделаем. Я, как всегда, с вебкой со своей кочую везде. Привет, Овнет. Лансрат, Ассамблея Великих Домов Империи, Верховный Орган Законодательной Власти Империи, возглавляется Высшим Советом Лансрада, по сути, парламент во вселенной Фрэнка Герберта. Неплохо. Привет, Ерехошечка. Так. При значении гегемония 5К, пока действует положительный эффект постановления, дает плюс 10% производства Саларии. Саларии, я так понимаю, это какой-то продукт, да? Пока действует отрицательный эффект постановления, дает плюс 10% силы единицы. При значении гегемония 10К вы сможете игнорировать требования грамот, не касающихся положения в Лансраде. Блин, нихера не понятно, но очень интересно. Это, я так поняла, вообще стратегия. Так, размер карты средний. Давайте пока возьмем средний. Активность песчаных червей. Блядь. Частота бури. Враждебность сичи. Победы, превосходство. Гегемония, политика. Ну, хер его что значит. Превосходство это, наверное, военное. Политика договорная, а гегемония это что? Не понимаю. Так, Associations включить. Игроки ИИ, Харконеры, контрабандисты, фримены. Сложность ИИ средняя. Не, давай легко. Давай легко. Я хотел тебя пригласить поиграть, а тут стрим. Да, да. Я думала сегодня отдохнуть, но что-то как-то не отдыхается мне. Я думала пойти в лигу, написала ребятам, все заняты. И я такая, ну окей. Пойду, короче, туда постримлю, что ли. Вот. О, так, здорово. Он что, космический, что ли? Так. Ракин, окей. Так, исследование. Чтобы найти драгоценную пряность или другие ресурсы, чрезвычайно важно изучать Араксис. В каждом регионе есть важные места. Их можно разведать с помощью орнитоптера. Так, орнитоптер. Это типа разведчики в ЦИВе, да? Так, ну... А как им? Сюда летит, окей. Открыли. Так, стоп, а как... А, карту вот так, да? А что здесь за яма такая? А куда ты полетел? Алло, не поняла. Он куда-то полетел, чат, без меня. Я ему не говорила сюда лететь, а он летит. Yes, sir. On vector. Не, okay. Нихера не разведывает. Так, okay. Вот сюда лети. А у него типа безмерное, что ли, это? Он летать может сколько угодно? Или нет? Сюда лети. Так, город. Что может город сделать? Так, орнитоптер еще один делается. Военное дело. Пехотинец, рейнджер. Ну давай пехотинца сделаем. Блять. Пехотинец, рейнджер, окей. Так, обучение и содержание каждой боевой единицы будут стоить вам ресурсов. Вам также придется потратить очки командования. Они ограничивают численность вашей армии. Это все, конечно, классно, но здесь есть эти, которые рабочие или нет? Или это орнитоптеры такие? Орнитоптеры и есть рабочие? Так, поселения и регионы. Ополченцы защищают поселения. Если вам удастся их одолеть, ваши единицы захватят поселение. Тогда вы сможете взять его под контроль, потратив авторитет или разграбить и получить ресурсы. Что такое? Секундочку. Не всех ты звала, но я звала всех, кто играет в Лигу Легенд. Если захочешь поиграть, напишешь. Ну, я уже пошла в этом. Так.
Закрыть обучение. Так, мы нашли какой-то город. А что этот город? Так, ополченцы, ополченцы-стрелки. Не совсем понимаю. А тут на паузу вот можно ставить, да? Окей. Мне надо подумать просто. Так, вот он разведывает, да? Что здесь? Окей. То есть надо просто его оставить на месте, он будет разведывать или что? А, здесь накапливаются операции при завершении миссии. Какие операции? Я не понимаю. Захватите поселение, чтобы открыть разработки. Это вот это, да? А как его захватить? Мирная аннексия. Yes. Yes. Так, но мирная аннексия пошла, походу, да? Со временем, походу, он как заполнится, вы захватываете это поселение пассивно. Все отлично. Мне нравится. Что здесь будет? Это что? Стоять? Что это? Редкие компоненты. В этой области содержатся редкие компоненты, позволяют создать перерабатывающий завод. А как его создать? Непонятно, да? Орнитоптер. Ты можешь создать что-то здесь или нет? Походу, нет. Так. У каждой боевой единицы есть несколько параметров. К ним относятся сила, которая определяет урон от каждой атаки, здоровье, броня и особая ability. При перемещении за границами вашей территории единицы тратят припасы. Единица без припасов погибнет. Пополнить припасы можно рядом с подконтрольным поселением или вашей базой, особенно опасны глубокие пустыни. Так, это все, конечно, классно. Вы пехотинцы? Да, идите сюда. Так, то есть, я так поняла, здесь могут нежданно-негаданно червяки, да, с этого вывалиться. Блин, а как создать перерабатывающий завод? Это мне, наверное, надо захватить это поселение, и от поселения эта область захватится или что? Не вдупляю, если честно. Это Дюна, воины Коки? Какие Коки? Коки? Но это недавно вышла игра, Дюна. Вот, и мы здесь вот смотрим, что это. Новая игрушечка, она вроде только в бете. Вот только-только на днях вышла. Я о ней писала в группе ВК новости. Так, что у нас тут? Тут тоже какие-то ресурсы будут, да? Это что? Остров Харвеста. Так, изучить Харвест. Использовать внедрение на Араксис агент. Забрать остатки пряности, изучить с помощью орнитоптера. То есть это мне надо выбрать? Так, что вот здесь? Ускорять случайно доступную разработку. Вам необходимо назначить агента для внедрения на Араксис? А как его назначить? Сука, что так сложно, я не понимаю. Так, ты... Иди, короче, вот сюда. А вы что тут стоите? То есть они, короче, нихера не это не делают. Орнитоптер второй, лети. Так. Пошли, це судьба, куда пошли? Так, все, разведывает. Здесь будет какой-то город, я так поняла, тоже, да, поселение. Так, сейчас они это все разведают, и я пойду, пошлю их дальше. Вот здесь куда-то вниз спускаются. Я боюсь, эти червяки, что за червяки нахрен? Так, мне не хватает авторитета. А что это? Разбившийся орнитоптер. Так. Почему я не могу выбрать? Мне нужно выбрать агента для внедрения на Араксис. У меня его нет. Так, начало работы. Наша главная задача – наладить добычу пряностей. Следует найти поселение в регионе, где есть поле пряностей. Это внизу, я уже нашла, где оно. Кока-порошок, который вводит в альтернативное состояние сознания. А, та самая кока. Здорово, варьер. Кого ты там обманула? Я обманула, что сегодня не будет стрима, а сама запустила. Блин, что у меня тут все красное, я сама красная.
Если, короче, представить, что песок — это океан, а червь — акула, типа того. Но я примерно поняла. Здорово, Вильзепус. Да, это дюна. Жваха-ансабик, да. И никто не подарит сабочку. Так, эффекты. События не приведет к другим последствиям. Окей, так, значит, мне нужно вот сюда отправить. Yes, sir. Okay, let's go. Так, чтобы начать производство пряностей, вам нужно захватить поселение в регионе, где есть поле пряностей. Затем вам нужно построить очистительный завод и задействовать Harvester, чтобы начать работу. Ага, поняла. Только я не вижу здесь никого. Так, а ты что-то как-то не особо. Это, иди сюда. Вот поселение. Только я уже не могу его захватить, потому что я нажала захватить вот это. Но его можно же отвоевать, наверное, да? Нет? Да, нет, нет, да. Я жду своего шейха. Долго ждать придется, мне кажется, не? Так, все, эти добывают. Слушайте, а как же добыть вот это? Я так и не поняла. Вот вообще не поняла. Изучить с помощью боевых единиц. Использовать внедрение на Араксе. Скорость выполнения зависит от количества агентов, назначенных для внедрения на Араксис. А как мне вообще на Араксис внедряться-то, ёпта? Можно узнать вообще? Как внедряться на Араксис? А, ой, у меня больше ресурсов, что ли, нет? Так, вот это что? Остров Харвестера. Короче, ладно, я так поняла, мне пока больше никого не это самое. Идем сюда. Я не могу пока агента отправить. И чё? Принять решение. Все, у меня три орнитоптера, супер. Так, здесь какой-то город, который, кстати, можно мирненько. Нет, нельзя мирненько. Так, сейчас, варьер. Для того, чтобы мирненько его захерачить, мне нужно... Что вот это голубенькое? Понять не могу. Это какие-то ресурсы, только какие? Не хватает ресурсов. Даже не вижу, что это за ресурс такой. Ну ладно. Так, совместная работа. А что у них тут? У них тут что-то все плохо. Так, ты лети сюда. Этот почти захватили. А вот этот сюда лети. Здорово, дракусь. Батя, норм. О, это что, ночь наступила? Главное, чтобы на меня резко червяки не напали. Все остальное, типа, херня. Так, я что не могу понять, почему мы туда не летим? Так, минералы, окей. Так, ты сюда лети, ты сюда лети. Алло, нельзя, что ли, туда лететь? Ну ладно. Там, походу, конец карты. А что вот этот прилетел и стоит? Угу. Почему эти зоны как-то в голубеньком каком-то этом самом, не понимаю. Yes, sir. Roger that. All clear. Не, давай вниз. Здорово, Хвадар. Здорово, Келан. Так, тут что-то. А сюда мы можем?
Еще на меня червяк нападет какой-нибудь здоровенный. Okay, пожрет меня. Что-то у меня там инфа какая-то, ну-ка. Так, что у нас тут? Давайте на паузу нажмем. Так, забрать остатки пряностей. Ну да, давай забираем остатки пряностей. Летим сюда. 50 получили. Так, туда нельзя лететь. Окей. Так, тут мы почти захватили. Сюда мы не можем. Давай сюда летим. Так, этот изучает, этот изучает. Понял. Когда следующая сходка? Ну, точно будет в августе. Ну, можем еще пораньше сделать. А что такое? Соскучился? Новое место. Что за новое место? Опять подписки слетели. Ну, их сейчас надо вручную делать. Кстати, Дракусь, я хотела у тебя спросить. Это... Ты сейчас ни на кого, что ли, не рисабаешься? Так, все, они все три изучают, окей. Мне надо вот это захватить, чтобы у меня пряности были постоянно в достатке. Я могу мирненько их жахнуть? Нет, мне не хватает какой-то голубой херни. Как мне добыть эту голубую херню? Не понимаю. Захватите поселение. Ну ладно, сейчас тут захватим. Не понимаю, не понимаю. А, это влияние. Сэр? Окей. Да, сэр? Так, новая задача. Теперь вам понадобятся войска. Здорово, Буффало. Смотрю, мы по специям воюем. Ну, типа, да. Шеф-бургер на каком кольце? Сейчас. Не могу прочитать. У меня карты не прокнули. А ты их делал через другие способы или нет? На Садовом кольце там очень вкусно. Угу. Турецкая кухня. А через Иксолу там же они лютый процент берут. Ну да. Не, ну у меня, кстати, за вот этот месяц, ну, относительно нормально. То есть вывести есть что. Так, захватите регион, с которым можно добывать пряность. Но это следующий, да? Ладно, ждем пока. Так. Блин, подожди, а как я его захвачу? Мне не хватает... О, хватает влияния. Все, поехали. Мирная аннексия. Поехали, поехали. Так, этот сейчас захватим. У нас будет Зоита. Это же Зоита? Так, тут будут пряности. А тут есть какие-то металлы. Тут что-то две каких-то штуки. А что вот это такое? Остров Харвестера. Что за остров Харвестера? Я понять не могу. Дроны тут все какие-то упавшие. Привет, Анхолечка. Нормально все, ты как? Ну да, Иксола. Теперь только через Иксола подписываться. Долго, а что-то дальше нет перемотки, чтобы быстрее было, только типа пауза и плей. Ну ладно, бывает. Так, у меня захватилось вот это. Куда оно там уже захватится? Давай, присоединяйтесь. У нас есть печеньки. Так, получено достижение Expansionist. Так, у нас есть... Покинуть поселение? Нет, в смысле покинуть поселение? Так, постройки. О, смотрите, тут есть постройки, офигеть. А почему в главном городе нет построек? Так, фабрика Пласкрита, центр обслуживания, ветряная ловушка, фабрика топливных элементов, отделение вербовки, аэродром, ракетный комплекс, исследовательский комплекс, пост перехвата. Мне нужно перерабатывающий завод. Тут такого нет. Вот он. Требуется система складов. Система складов надо вот здесь выучить, да? Так, а где тут система складов? Вот она. Так.
тогда подождем немножечко. Так, что у нас тут человеки нашли? Полетел дальше. Так, эти все находят. Пойдет под пиво, есть на стрелку, клацни в правом углу, там максимум 2 скорость. Ой, на стрелку в правом углу. А, то есть это надо play нажимать? Во, нормально. Так, каждые 25 дней вам нужно платить имперский налог. И если вы этого не сделаете, то получите разнообразные штрафы. Собранную пряность можно отправить в хранилище, использовать для оплаты налога или подать коам за саларием. Вы можете менять количество пряностей на продажу и в хранилищах. Помните, что обменный ресурс пряностей и саларий непостоянен. Блять, сложно. Сложно. Так. Так, давайте мы вас отправим вот сюда. Вас отправим. А это что? Остров Харвестера. Тут остатки пряностей можно. Или увеличить исследование, да? Не, давайте пока у нас ой, нет ой, пряностей. Братик, ты что же делаешь? Не надо так. Келан, благодарю тебя. Бля, я забыла включить. Я забыла включить, чтобы запостился, но не опубликовано. А сейчас опубликовать нельзя, да? Да, только после стрима. Ну ладно. Я забыла предупредить, ребята, мы когда играем в игры с ключами, нельзя музыку заказывать. Мне нужно, чтобы эти записи оставались на Твиче. А с музыкой ты его не оставишь, они там проблемы создают. Поэтому, Келлан, сори, завтра. Ну или включить сейчас. Ладно, давай попробуем. Просто меня калит каждый раз удалять стримы. У меня записей на Твиче нету. И такое ощущение, как будто я не стримлю. Так, поехали. Так, тут обследуют, тут пришли, тут идут. Их вроде хватает ресурсов. Что за белый туман, я понять не могу. Почему он такой? Почему зоны разные? Или это просто цвет такой? Что это? Принять решение. Все отлично. Вот почему оно серое? Так и должно быть? Почему у этих ХП нет? А где еще одни у меня солдаты пропали? Их накрыло, что ли, лавина или что? Не понимаю. Опа. Это что такое? Это надо бежать от этого? Подождите, походу от этого надо бежать. Чувак, тебе надо улетать срочно. Так, тут чья-то зона уже. Когда он... А, так, сейчас, секунду. Такой плагин на OBS, где можно раскинуть на разные каналы аудио, чтобы в записи не было звука музыки. У них есть лимит еды. Когда он кончается, они умирают от голода. Поняла. Вроде игра, смотрю, ничего не понятно. Вроде по Герберту Спенсеру ничего не узнать, но говорят пока про геймплей. Но они просто, скорее всего, взяли за основу, типа, вселенную. А стратегию, естественно, сделали свою, так сказать. Вот, как-то так.
Так, по поводу плагина OBS, я на самом-то деле очень скептически к этому отношусь, потому что я сейчас установила плагин, который на Restream, я им не пользуюсь, но он у меня есть в OBS. Из-за этого у меня, походу, начал OBS очень сильно залагивать, у меня от этого просто пердак в космос улетает. Вот, и не нравится, короче, мне это... Блин, у них здесь столько уже этих. Здесь яма он какая-то. Тут червяки, чи не? Ай! Да-да-да, так проще же, или подписка сейчас все же лучше. Не знаю, мне вообще все равно. Я просто спросила, типа, я просто заметила, что у тебя подписки нет нигде, кроме как на Машу. Ну вот, и я такая, типа, ну это типа специально так или не специально, или чего? Я просто поинтересовалась, я не говорила, это был не призыв к действию. Но спасибо тебе большое за поддержку. Так, здорово, Лукашенко. Так, мне нужно развертываться дальше, да? Этим мы сейчас захватим. Что мы с вот этими делаем? Здесь очень большая область, но область пустая. Просто жесть. Так. Давай ты сюда в город лети, посмотрим, что здесь. Без советов пару дать, чтоб... Да, давай, потому что пока что здесь обучение такое, достаточно странненькое. Так, враждебные шпионы. Вы можете назначить агента на... Чуть она мешает. Все, спасибо, Келлан, спасибо, Дракусь. Так. Буду тоже с красной луной ходить? Почему? А, у тебя же там сейчас нету денежек. Так, вы можете назначить агента на различные посты, чтобы получить разные бонусы. У каждого агента есть особое свойство. Назначенные агенты приносят вам разведданные и другие ресурсы в зависимости от их поста. Разведданные позволяют вам начать шпионские миссии. Назначение агент также повышает уровень внедрения, открывая новые миссии. Окей, так, значит, у меня один агент, зовут Амина, Ментат. Этот агент приносит на 50% больше всех ресурсов, кроме внедрения. Инженер, общее производство пласкрита увеличивается на 1% за каждый уровень внедрения. Так, но я пока что нашла рядом с собой только синих, давайте к синим ее отправим. Так. Привет, Элечка, сколько лет, сколько зим. Это я писал в ВК по поводу твоего фото на фоне танчика. Ты что, играла или играешь? Вот, привет, CoolGamer, да. Ну, я играла, а сейчас мало играю. У меня есть аккаунт, у меня ребят, очень много зрителей с танков. Вот, но в последнее время что-то меня как-то в танки не тянет, хотя я хотела туда пойти, но что-то все не сходится, не срастается. А где ты фотку-то нашел? На Мари Груз задарил. А, поняла. Все, поняла. Я пьяный, пойду продолжать. Давай, Лукашенко, иди отмечай. Так, захватывай Локу со Спайсом, а то тебя начнет душить налогом. На орнитоптеров поставь авторазведку. В верхнем левом углу под золотом есть маленькие иконки. Это значит, которые показывают события в игре. Нападение оппонентов, предложение торговли и другие ивенты. Ну да, вот я их нажимаю, читаю, там все. Так, авторазведка это очень хороший совет. Сейчас мы это все сделаем. Так, где тут орнитоптер? Авторазведка включена. У тебя включена. И был еще один. Стоп, а где четвертый орнитоптер делся? Не поняв. Так, по поводу захвата, вот, я захватываю. У меня сейчас будут спайсы всякие.
Последний в буре сдох, то я вроде ж это отправила от бури. Или буря это вот это белое? Я просто не могу понять, ну тут типа вот... Почему какая-то территория, вот типа желтая, зеленая, понятное дело, это моя. А почему вот это серая? А почему вот это полусерая какая-то? Я просто не понимаю, что это за разграничение. Так, чем больше поселений и боевых единиц находятся под вашим контролем, тем больше вам нужно воды. Если воды не хватает в поселениях, начнутся волнения, которые приведут к восстанию. Ветряные ловушки в регионе собирают вода. Ее количество зависит от силы ветра. Так, ну тут вроде ветра нормально, да? Так. А что мне тут нужно? А, это область полна пряностей, готовых к сбору. Позволяет создать очистительный завод. Так, вот, мне нужен очистительный завод. Я не могу его пока, да? А, нет, вот, могу. Что-то, подождите, мне его нужно вот так, что ли, сделать, Лоу? С территории города? Интересно. Неинтересно. Так, а здесь мы строим... Мне нужен перерабатывающий завод, он еще не сделал. Так, на каждом заседании совета на голосовании выносятся 3 постановления. Каждая фракция может использовать голос или влияние, чтобы продвигать или отвергать постановление. В течение игры вы можете открыть особое постановление, грамоты. Чтобы открыть или получить грамоту, необходимо выполнить особые условия. Мне почему-то, вот реально, я очень люблю стратегии, но мне новые стратегии очень трудно даются в последнее время. Я, походу, настолько привыкла к Циве. Самый главный совет. Не расстраивайся сразу на много поселений. Лучшее поселение, добавляй постройки к ним. Там запласкрит. А серые это те, что ты уже нашла, но у тебя на них нет вижена. И парнитоптеры там были слишком давно. А, поняла. Сейчас попробую узнать название той группы. А что за группа, я так и не поняла. Короче, я так поняла, мою фотку где-то запостили, да? Так, ладно. Что у нас здесь? Мне нужно что-то поддержать или продвигать, да? Скорость разработок относящихся в военное дело увеличена на 50%. Минус 30% производства влияния, плюс 30% кадры для содержания. Ох, еще бы знать, что это значит. Блин, нам же влияние нужно, правильно, да? Ставь против военного дела, окей. Так. Блин, что у меня опять голова болит, да что ж такое? Блин, просто тут даже не объясняется. Ну как, вот оно объясняется, но по сути оно не объясняется нихера. О, выбирай, сколько голосов против. Давайте 20. Так. Влияние это дополнительные голоса. Окей. Танковая группа в ВК, и в ней пост с каким-то розыгрышем голды вроде, а там твое фото на фоне танчика. Вот сюки, а? Взяли фотку и даже не спросили. Кадры это ресурс для наема и удержания боевых единиц. Блин, ну видишь, это все равно это надо походу самой разбираться, потому что так я не совсем понимаю. Надо, чтобы вот они выделяют вот слово кадры с иконкой, но надо, чтобы, наверное, наводились. И там сразу оп, и описание вываливается. Надеюсь, они это доделают. Так. Минус 30 производства влияния. Не отклонить.
Так, а кадры? Ресурс для наема и удержания боевых единиц. Давай поддержим. И чё? Просто закрывать? Чушо. Понять не могу. Нашел, куда скинуть ссылку или название группы? Да не, мне группа-то не нужна. Чё, ну взяли и взяли фотку. Чё, я пойду с ними ругаться? Вы зачем мою фотку взяли? И, конечно, было приятно, если бы они туда запихнули мой стрим. Но делать этого они, конечно же, не будут. А, использовать всю сотню. Так, ну, давай. Так, что у нас тут? 60, 20, 20. Вот так? И что, просто закрывать теперь, да? Я могу пойти поругаться? Так а зачем? Ну я же говорю, мне не жалко. Ну, только если там, типа, они готовы дать какую-нибудь рекламку. Но опять же, блин, какую рекламку они мне дадут, если я сейчас танки не стримлю? Какой в этом смысл? Да? Окей. Так, закрываем. Так, что вот это? Путь к власти. Что-то мы сделали. Что вот это? Так, ваше внимание привлек талантливый политик. Возможно, вы сможете найти общий язык, добыть информацию, предварительные условия. Вы были избраны для одного положительных постановлений. Убедить его присоединиться. Предварительные условия. Создано две новые постройки политики. Блин, хочу вот это. Вот это хочу. Надо две постройки политики сделать, да? Так, у меня еще вопрос, Анхолечка, смотри. В главном городе я не могу ничего строиться, да? То есть строить я ничего не могу. Так, это понятно. Вот это что? Это понятно, да. Это строят. Окей. Так. Так, стоп, теперь. Сейчас подождите, мне нужно вот здесь добавить перерабатывающий завод. Есть. На жопе шерсть. Так, вот эта область мне не нужна, она пустая. Название с датой времени поста, хотя он там в самом начале. Четкие приколы, вот. Вот, Ерехош, хочешь пойти? Пойди разберись с ними. А, блин, это ж ВК. У него не работает ВК. Слева от времени есть параметр гегемонии. Когда будет 2000, тогда сможешь строить в главном городе, но это дорого. Ага, поняла. Так. А вот это временное, 18 дней. Ух ты, ёпты. Блин, получается... Блин, получается, я не успею за 18 дней построить два здания политики, правильно? И как мне воду? Мне надо еще воду добывать. Мне скоро вода кончится. Так, у меня вопрос, Анхолечка. Смотри, вот у меня есть поселение, да? Я сейчас здесь строю перерабатывающий завод для того, чтобы Зои-то добывать. А как мне увеличивать ячейки построек? Вот, добавить ячейку постройки в поселение. 10 каких-то штук. Ой, 100 штук. Не умею считать, господи, господи. Это вот эти штуки, пласкрит. У меня он есть, но купить я не могу. Почему? Потому что строится... А, поняла. Угу, все трое что-то там смотрят. Так, на каждой локации написано «Сила ветра». Чем больше сила ветра, тем больше ты будешь получать воды от построек... Так, а где сила ветра? Ёптыч.
Сила ветра, сила ветра. Так, броня, здоровье, сила. Нет. Во, сила ветра 6. А вот тут, тут не... Почему не, напиш... не написано? Сила ветра 6, сила ветра 5. Так. Получается, лучше вот тут строить. Окей. Лучше везде строить, окей. Так, сейчас все сделаем. Так, а что вот это? Имперский налог. У меня пряностей ни хера нету, да? А мне нужно 92 штуки. Охренеть, нормально. Так, я так поняла. Вот это военная тематика. Вот это промышленная тематика. Это-ка, походу, шпионская, дипломатская. А вот это что? Вода. Вот это, кстати, мне нравится. Связи с водоносами. Есть в чате водоносы. Улучшение можно ставить в очередь, если не требуется открытие предыдущего улучшения. Да, это я уже знаю. Вот. Так, модульные части. Открывает постройку администрация. Администрация, это ж хорошо, да? Да, фотку хорошую выложили, естественно. Так, блин, вот тут мне нравится, что тут производство Солари хорошее. Топливные элементы. И тут вот мне нравится промышленная ветка. И мне нравится дипломатическая ветка. Ну и тут, естественно, что-то нравится. Кто фоллоу прожимает, у того пися подрастает. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Так. Держание боевых единиц, скорость разведки. Штраф к авторитету. Так, вы можете назначить на одного больше агента для внедрения в Араксис. Производство влияния. Короче, вот, я пойду вот так. Один, два. А, третья не могу. А, очередь исследования недостаточно велика. Окей. Понял. Поехали. Давай, Анхолечка, спасибо тебе большое за помощь. Тебе надо строиться. Опа-на! Еще одни пряности. Это очень хорошо. Нам нужна эта область, значит. Так, харвестеры привлекают песчаных червей. При первом же знаке червя вам следует отозвать ваш харвестер, иначе он будет уничтожен весь вместе с экипажем. Вы можете увеличить производство пряностей путем добавления большего количества экипажей в ваши харвестеры. Таким образом... О, стоять. Так, задействовать. Подождите, а как сюда добавить харвестер? О, добавить экипаж. Есть. Все. Все, оно работает и добывает, правильно? Да, отличненько, супер. Супер, отличненько, классненько. Так, здесь. О, можно еще одну постройку. Политика. Так, есть политика. Так, по поводу... Я не догоняю. Создание завершено. Окей. Так, тут все понятно. Так,
есть на жопе шерсть. Здорово, Синчес. Здорово, Арчис. Да, музычка хорошая такая. Настраивает на размышления. Поставь Harvester на автоотзыв, там забирать будет маленькую копейку. Тогда не надо будет мониторить червей, когда они на Harvester нападают. Но надо будет нажимать снова, чтобы они работали. Окей. Автоотзыв. Так. Это что? Руины. Сравнять с землей. О, гегемонию дают. Так. А, у меня Harvester может быть только один. А как увеличить Harvester? Охренеть. Так. Я не могу ничего поддерживать, ладно. Авторитет, разведданные, скорость обнаружения, кадры, разведданные, космические гильдии, телари, разведданные, влияние. А мне кадры нужны же, да? Давайте попробуем так. Хотя нет, подождите, кадры не нужны. Топливный элемент. Что у меня тут слишком много топливных элементов, капец. Так, ладно, сейчас попробуем. Значит, здесь, так, мы строим исследовательский комплекс второй, а потом мы будем строить воду. Эвил Скорпио, здорово. И тебе добра. Так. Ух ты, ля, как он тут это... Роет. Так, тут строит. Мы эти все... Блин. Ой, нет, стоп, отменить! Блин, да. Капец. Случайно нажала, и оно там это. Так, есть. И второе надо. О, у меня новый агент. Психолог. Сюда пойдем, давай. Так, отлично. Что у нас тут? Все достроено, да? Так... Давай купим еще одну, и нам надо построить ветряная ловушка. Ветряная ловушка. Вот сюда построим ветряную ловушку. И тебе надо, да, тоже покупаем. И мне не хватает ласкрита. Блин, а как мне пласкрит добывать? Охренеть. Как говорят, временное, кто не спит ночь, тот продлевает свою жизнь на один день. Нужно построить зиккурат. За 4 дня прочитал. Офигеть, молодец. Привет, Маршал. Что это за цифка для бедных? Здорово, здорово. Это новая вышла стратежка по вселенной Дюны.
Мы вот пошли ее тестить, и она такая вот своеобразная очень. Я пытаюсь в ней разобраться. Пока что сложновато, конечно. Здорово, пропарюш. Так, я вот не могу понять. Я поставила перерабатывающий завод. Он у меня вот это вот перерабатывает или нет? Или мне нужен харвестер, чтобы вот это все делать? Или нет? Так, этот эскаватор, извлекающий из почвы редкие компоненты, в конечном счете обеспечит вам солярий. То есть, или оно автоматом просто работает? Механика один в один с цивилизацией? Не совсем, но очень похоже. Здесь чуть-чуть переделано постройки зданий, захват поселений, единицы, которые у тебя могут быть. То есть здесь оно ограниченное, а в циви типа неограниченное. Но здесь такие же типа ресурсы, но здесь очень, так, здесь более развито, чем в циви, дипломатические отношения, как я поняла. Но похоже, очень похоже. Прошлая Дюна выходила в 2001 году, это очень старая история. Самочувствие с утра было очень-очень плохо. У меня была аллергия, вообще тут я помирала, лежала. Вот, сейчас нормально, но я попшикала себе этим, как Локси... Короче, какой-то штукой попшикала в нос, и дышать могу нормально, и не чихаю. Вот, сходила уже на день рожденечка, выпила пивандрика, и меня что-то так разморило, но я уже решила, спать не буду ложиться. Вот, думала пойти поиграть, из ребят никого не было, ну, я хотела именно в лигу. Вот, никого не было, короче, и я это... Думаю, ладно, пойду во что-нибудь поиграю. Потом думаю, блин, можно ж запустить ненадолго какой-нибудь ключик отстримить. Привет, таракашечка. В старой Дюне нужен был харвестер, но у меня он есть. Вот, он у меня один. И он у меня уже на пряностях. И я вот не могу понять, типа... То есть он у меня только один может быть. Я не могу и увеличить количество... Или могу, но это нужно исследование. Короче, я так и не поняла. Тяжеловооруженный отряд, командный пункт, ополченцы, очко командования. Но это военная тематика. О, вот! Плюс одного максимального количества доступных экипажей для харвестера. Все. Короче, сейчас сделаю местный центр и потом вот... Хотя, может, вообще сейчас херакнуть модульные части? Вот так вот, вот. Местные центры, а потом модульные части будут. Отлично. Поехали. Пивандрик, он такой, если мало выпить. Ну, и для меня, типа, мне достаточно полбутылки обычно выпить, и мне, типа, норм. Я уже шальная императрица. А тут я выпила еще и два бокала по 0,5. Но это такое, не бутылочное, а разливное. Но я бы не сказала, что я пьяная, типа. Но я такая, навеселее. Я на веселе, но на расслабоне. Блин, волосы мешают. Ай-яй-яй-яй. Ай, да что ж я тут за все цепляюсь? Так, пум-пум-пум-пум-пум. Что у нас тут? Тут добывается. Так, дефицит пласкрита. Плюс 50% к расходам солари на содержание построек. Минус 50% скорости создания построек. Уничтожьте несколько построек или совершите сделки с другими фракциями, чтобы получить больше пласкрита. Блин, я серьезно больше не могу никак получить пласкрит? Вот вообще-вообще? Нет, вот можно. Минералы. Эта область богата минералами. Плюс 50% производства ресурсов на фабрике пласкрита. Так, ну-ка, а если посмотреть... Ну, ладно, здесь построек много, вот здесь вроде места есть. Так, вот, фабрика пласкрита, но для нее нужно все равно 43 пласкрита, да? Классно, понятно. Спасибо. Пряность меланжа, та чутка, что производят песчаные черви. У меня вот пряности добывают.
Вот, я хочу, чтобы у меня еще добывали вот редкие компоненты какие-то, хер его знает, зачем они мне. Блин, я просто изначально, у меня как пошло, я пошла неправильно, я пошла наверх и сразу захватила вот это здание, ну не здание, а область. Мне нужно было пройти вот сюда, здесь захватить одного орнитоптера, кстати, у меня где-то пропал орнитоптер, здравствуйте. Сюда пойти, захватить вот это и строить все на пряности. А я, короче, пошла через верх. Так. Где же я потеряла орнитоптера-то? Так. Подождите, или это чья-то зона? Да нет. Ну, было бы желтым. Так, чем я могу с тобой по это самое? Что так дорого? Ты иди в жопу. Слишком дорого. Не хочу. Что это было? Что за звук такой? Не поняла. Так, постановление заседания 2. Контроль инфраструктуры. Преимущество для избранной фракции. Минус 50 стоимости создания построек. О, вот это, кстати, хорошо. Преимущество для избранной фракции. Минус 50 стоимости вербовки единиц. Плюс 30% производства авторитета. Мне вот это нужно, контроль инфраструктуры. Так, тут черви есть? Я так поняла, есть. Но я пока слежу за своими городами, я не видела, где тут черви. Ну-ка, стоп, мы сейчас замедляем. Где-то черви тут явно есть. Только где, я не поняла. Но я думаю, если они нападут, мы точно увидим. В игре EVE Online все гораздо сложнее. За 13 лет не понял, как там строить. Я в PoE играю, мне там тоже все тяжело дается. Нет, ну слушайте, в каждой стратегии и вообще в каждой игре поначалу надо все разобраться, чтобы потом нормально было. Так, таракашек, я с тобой поздоровалась или нет? Привет. Так, Димульчика, привет. PoE не понял, а у нас Глюша вообще типа очень любит PoE. Так, обнаружены пряности, еще. Так, запрос на что? Била кайфа. Было сказано все, что следовало сказать. Это верное постановление. Будем надеяться на лучшее. Что, ты ко мне пришла просто так? Так, новый совет Лансрада. Скоро совет Лансрада соберется снова. Объявлены новые постановления. Вы можете ознакомиться с ними до начала голосования. А, ну, короче, я за вот это буду топить, за контроль инфраструктуры. Так, дефицит ресурсов, понятно. Свободный агент. А этот кто? Выдающийся политик. Этот агент приносит на 20% больше всех ресурсов, кроме внедрения. Так. Авторитет, разведанные, внедрение в Араксис. Нам в Араксис надо внедряться или куда? Здорово, Прима. Да, тут вообще изначально, когда, ну, Evil Scorpio, ты пропустил чуть-чуть. В начале, когда заходишь в игру, ты выбираешь, за какую фракцию ты будешь играть. Тут 4 фракции. Вот. И... 4 же? Вроде 4 было. Или 3? Не, 4. Вот, нету каких-то пятых, но пятые, вроде говорят, их в книге не было. Соответственно, тут, наверное, по книжке сделали вселенную. Вот, и, соответственно, здесь также есть совет. Вот. Я лично пытался в PoE играть, еще никогда никто в него не играл, и что-то мне не зашло. На Сеге было 3 фракции. Нет, тут 4. Блин, куда ж тебя отправить, рыбка моя? В Араксис или в Лансрад?
Как фиолетовых звали, никто не помнит. А, кто-то уже писал. Я не помню, кто писал. За четвертую фракцию нельзя было, там против нее в конце. В книге вообще две фракции, Ордос и Никанон. Ага. Рассказываю историю. Заказал букет цветов пионы, 49 штук через курьера. Приехал, из свечей сделал сердце, взял гитару, спел песенку, а меня нахуй послали. Теперь сижу, бухаю опять, курю и ругаюсь матом. Это ты все с той девочкой хочешь помириться, что ли? В книге были Атрейдесы, Харконеры, Геннадс, Карина с сардауками, гильдия навигаторов, техножрецы, Лейлаксу и орден, господи, Бенни Гессерит с фрименами. Но здесь, смотрите, здесь есть фримены, контрабандисты, Харконеры, мы играем за кого? Атрейдесы. Ну, еще есть вот Араксис, Космическая гильдия, Коам и Лансрад. Хер его знает. Что это? Как оно все связано? Ну да, все, стой. Блин, а вы когда, по сути, расстались или поругались, или что там, как давно это было, прямо? Может, просто еще рано ты пришел? Просто накорми меня, буду твоим. Я присоединяюсь. 52 дня назад. Давно. Уже должна была отойти, по идее. Значит, не отошла. Так, ладно. Третьего мы отправляем в Араксис. Поехали. Третьего... О, стоп! Стоять! Блин! А как? Вернуться уже никак, да? Так, убрать. Убрать. Так, это что? А, обнаружено, понятно. Блин, куда там надо было зайти? Нет, это торговать с ними. Ой-ой-ой, подождите. Где там эти? Где там чуваки? Здорово, чулка. Даже дни считаю. Ну, значит, вот запала она тебе. Душеньку, сладенький мой, и расстраивает тебя моего хорошего мальчика. Поганая тетка! От этих баб только, блин, одни беды. Вот скажите, мужики, не то, что вот я стримерка, я вот вас приму любыми. Вот вас эти девки вонючие кидают, а я вот за вас переживаю. Так. Что я хотела посмотреть? Я хотела посмотреть своих агентов. Где их посмотреть? Кадры, топливные элементы, вода, авторитет. Ой, господь, господь, вот это нажала и все, теперь не знаю, куда идти. Что это такое? Уровень связей. Можно увеличивать, типа, чешу? Почему у меня гегемонии меньше у всех? Что за херота? Осуждаю. О, челка, понятно, понятно. У меня даже рысь-баба по дому когтистая ходит. Чего? Что? Кто? А? Так, отчет о пряности. Соларик, запасы. Блин, блин, блин. Так. Блин, тут написано поселение Шамара. А я читаю поселение Шмара. Блин, просто уровень воспитанности на максимум. Бля, буду, не буду хвастаться, но баб было много, но чтоб так глубоко в сердечко мое ни одно не запало. Проще говоря, те были на раза 3-4, а с этой в день только столько было. Ясно все. Чё у тебя с плоскритом? У меня беда с плоскритом, да, он у меня не добывается. Я думаю захватить вот эту область и поставить сюда фабрику по плоскриту, потому что здесь минералы есть. Как тебе идея? Норм? Я же уже почти предложение сделал. Ну, значит, надо было раньше делать. Хотя не факт, что она бы согласилась, да? Блин, Орнитоптер 2. Плохо, мало. Ладно, когда станет один, я два новых сделаю. Так.
Угу. Так, изучение модульных частей идет. Харвестер будет дополнительный. Хотя подожди, можно вот захватить. Вот же минералы, лол. Вот же минералы. И здесь же еще одни пряности. Или пойдем вниз. У меня в жизни была только одна любовь, Prime World, и она умерла. Где находится поселение Шмара? Адресок не подкинете. Ага. Так. Угу. А что вот этот челнок? Переместиться в аэродром? Да не, не надо пока. Блин, я просто ничего не могу построить, потому что у меня нет сраного пласкрита. И вот типа только покупать, что ли? Кошмар. Воды не хватает. Сука! Да грёбаный ты, Ишак. Вообще, кстати, мы можем, знаете как? А я могу это здание отключить? Нет, только снести постройку могу, да? Блин, жалко. Ну ладно. Ай, вода, да. Не розами теперь приманивают, а айфонами и Бентли. Ну, и какой смысл приманивать такую девочку? Понятное дело, это, ну, типа, это хорошие, солидные подарки, да? Вряд ли от таких будет кто отказываться, да и от цветов вряд ли кто будет отказываться. Вот, но, сами понимаете, какие на такое клюют, да? Стоп, блин, а где же агенты? Так, все, вода есть. Отлично, есть вода. Поехали, поехали, вода есть. Так, пассивный захват, отлично. Ну а что, Примочка, ты не это... Ты же тоже живой человек, все живые люди страдают. Стоять. Выплата по контракту, имперский налог. Вы успешно совершили выплату по контракту. А ваше положение в Лансраде улучшилось. Отлично. Имперский налог требует 198. Ожидаемые запасы для уплаты следующего налога. В смысле? Почему так много? Мы уплатили 92. Теперь оно требует на 100 больше, правильно? А что за ожидаемые запасы для уплаты следующего налога? Что это значит? Сидят тут в чате об отношениях, говорят, а я вот прошел сегодня игру. Успел до конца отпуска и безумно этому рад. Поздравляем тебя. Айфоны Бентли, так можно же дешевле найти, например, в поселке Шмар. И зачем такая? Зачем такая нужна? Сколько у тебя будет? Видишь ползунок в левом верхнем углу? Ага, вижу. Ой, я что-то не то нажала. Я что-то нажала и что-то... 25 дней у тебя будет столько... Я все правильно сделала? Все супер. Ау. Ау. Йоу, господа и господамы. Господа мы. Жесть, Глюшочек, спасибо тебе большое за ресабик. 56 месяцев. Добро пожаловать обратно в волчью стаю. Наши лапки в твоем распоряжении. Вы же не от стримера, от чатика. Прекраснейший смайлик. Слюнявого тебе. У меня жена с деревни готовит изумительно. Плюс везде чистота и блеск. Плюс на УАЗике катается по ухабам. Чисто своя в доску. Я, кстати, заметила, реально очень-очень много наших ребят ушло, короче, на трово, прикиньте. Я вот думаю, и что делать по итогу?
отказываться от партнерки на Твиче, да рестримить на Трова, или ну его нахрен? Как ты купила игру? Я ее не покупала, мне разработчики ключ выдали. Но, а там разве проблема есть с покупкой игры? Ну-ка, страница в магазине. Подписаться, скрыть. Игра в раннем доступе, купить. Она уже продается в Стиме за 1050 рублей. Вот. Все есть. Народу там мало. Но там как? Туда перешли большинство танкистов. Вот, там вот, если ты танкист, то там все норм будет. И начали передвигаться туда лоллеры. Вот, ну, частично. Со всем остальным там плоховато, конечно, это да. Так, модульные части изучаются, да? Угу, поняла. Лоллеры пускай уходят, лол. Если рестримить, то не только на Трова, но и на YouTube и тому подобное. Ну да. Но я не знаю, у меня YouTube как-то не стрельнул, даже когда я туда стримила. Не знаю, что-то у меня с YouTube какие-то очень странные взаимоотношения. Я, видимо, не умею делать туда продукт. Я думала делать, типа, коротенькие гайды по TFT туда, но что-то как-то на стадии думания все и закончилось. Да, Прима у нас лоллеров не любит, он их очень обзывает, но он дотер просто. С ним как бы все понятно. Так, значит, этот захватывается, здесь делаем перерабатывающий завод. Тогда получается, здесь мы удаляем завод. Если перерабатывающий завод нам нужен, получается, мы сносим эту постройку и ставим вот сюда, потому что харвестеров у нас всего два будет. Так, воу. Дом Атрейдесов. Ой, 100. Ну все, я за остальное не хочу голосовать. Закрывать, типа? Гайды, достижения, всякие бонусы на новые игры вообще огонь заходят, особенно если первый выкладываешь проверенно. Блин, ну это, я не знаю, этим надо заниматься вне стримов. У меня и так времени не хватает, если честно. Я только-только выделила время на то, чтобы там группой ВК заняться, какие-то новости туда выкладывать. И то, типа, ну это не каждый день, да? Стример пиписька. Ну а ты как зритель весь в стримера, получается, да? Не понял. Не поняв. Обнаружен песчаный червь. Так, и что мне делать? Мы обнаружили песчаного червя. Мне нужно харвестер отсюда быстро убирать? Или что? Или как? А, он сам смылся. А где песчаный червь-то? Нету? Ну, он тут. Молиться? Если не смоешься, то он съест. Поняв. Так, разработки. Сейчас, секунду. Блин, можно было еще один харвестер изучить. Ой-ой-ой-ой-ой. Я лошара. Ладно, давай вот так вот сделаем. Так... Бездействующий харвестер. А, подождите, я немного не поняла, но я же изучила. Плюс один максимального количества доступных экипажей для харвестера. А харвестер один? Модульные части открывают возможность модернизировать ваш транспорт. Например, добавить дополнительное место для экипажа. Я, кажется, немного лоханулась. Я думала, мне дадут харвестера, мне не дали харвестера.
Блин, я лоханулась. Ладно, пускай будет. Чё? Харвестер один. То есть я, короче, добываю что-то одно, правильно? Класс. Так, голосование совет Лансера есть. Что у нас здесь? Пум-пум-пум. Так, отказаться от власти в пользу Коам. Предварительные условия. У вас есть 200 влияния. Увеличить производство пряностей. Используется... То есть мне еще один надо производитель пряности. Тут либо быть стримером, либо быть гайдоделом. Обычно две вместе несовместимые вещи. Ну, кстати, нет. Я видела ребят, которые совмещают. Но они не так много стримят, как я, допустим. Поменяй ползунок. Вот так. Вниз или вверх надо? Я не понимаю просто куда. Я вижу вверху минус 8, но я не понимаю, куда мне ползунок надо херакнуть. Все, делала вниз. Так, все, червя нету. Задействовать. Дефицит ресурсов. Да вижу я. Так, результаты. Отлично. Да почему оно мне все время высвечивается? Чистое мое мнение, хотя тоже видел на ютубе тех, кто пилит гайды, еще стримят туда, но я так понял, они вначале вне стримов проходят игры и все записывают, а потом уже в свободное время подрубают. Ну да. Это да. Так, стоп, что это? Обнаружено поле пряности, окей. Ай, блин. Так. Мне нужно, чтобы вот это захватили и минералы сделать. Так, Анхолечка, у меня вопрос. Смотри, мы сейчас захватываем вот эту территорию. Здесь есть минералы. Для того, чтобы добывать с этих минералов пласкрит, нужно построить фабрику пласкрита. Я построю фабрику... пласкрита. Мне нужен харвестер, чтобы добывать с минералов. Или эти минералы просто стоят, и просто стоит фабрика пласкрита, которые работают. Как это работает? Не нужен, а не просто. Все, поняла. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Че, когда? Когда вы там уже захватитесь? Давайте быстрее. За звук? Свободный слот. Так, на паузу. Амира, торговец. Общее производство Солари увеличивается на 1% за каждый уровень внедрения. Общий прирост влияния увеличивается за... Так, понятно. Что, отправить его вот сюда? Так, а ты что даешь? Угу. Ну, получается, ее отправляем сюда. А что вот это вот? Позволяет увидеть регионы, разведывает важные места. Проб, сетап. Отправить запасы, порча снаряжения, поставка припасов. А, это все задания, миссии. Только я не поняла, вот это награда или... Или это нужно потратить на эту миссию? И как вообще здесь открывать это окно шпионажа?
Ячейка операции. Ага. Тратишь свои баллы и получаешь это как юзабельный скилл на один раз. А, поняла. 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 Так, ладно, поехали. А что вот это? Разбившийся челнок. Изучить с помощью орнитоптера. Вообще, блин. Не нужно одного агента отозвать. Только я не знаю, как. Ау? Ау? Трям с кепочкой, ага, попалась. Привет, мой сладенький, спасибо тебе огромное за рисалик. 22 месяца. О, у тебя, кстати, 2 месяца и будет уже VIP-очкам. Да, ничего себе, как время быстро пролетело. Спасибо тебе огромное за поддержку. Добро пожаловать обратно в волчью стаю. Наши лодки в твоем распоряжении. Уважение от стримера, от чатика, прекраснейшие смайлики. И слюнявого тебе. Так, ох уж эти сабы, и не говорим. Так, как открыть окно шпионажа? Отчет пряности, имперский налог, запасы пряности. Совет. О, шпионаж, вот, нашла. Улюлю. Улюлю. Так. Одну бабу. А можно ее просто убрать? Вот, да. Вот так вот. Так, и вот сюда. Сюда мы отправим женщину. Все, пускай изучает. А где, а когда, а почему? Ты о чем? Мы, кстати, можем сейчас пойти на 3 часика сходить в вашу этот Vampire Survival, если хотите. Или оставим его на потом и посидим в дюне немного. Что хотите? Так, новый совет Лансрада. Уровни внедрения всех фракций уменьшены на 2. Так, последствия для избранной фракции плюс 30 проскрита для содержания. Не могу понять, это хорошо или плохо. Последствия для избранной фракции. Плюс 30% плоскрита для содержания. Соответственно, это дороже будет. Сложно, блин, как-то. Так, все, наше это тут. Ой, блин, нету. Мне получается, нужно что-то заменить, да? Продать что-то. Мне нужна фабрика плоскрита. Для этого мне нужен 21 плоскрит. Ну давай с тобой, что ли, по это поторгуем. Так, 30. Это сложно поверить, но у меня же есть музыкальное образование, красный диплом. Вроде по музыкальному образованию не выдают красные дипломы. Кстати, Волчья стая — это один из батальонов наемников внутренней сферы из Battletech или мехи, боевые роботы. Жесть. Автоботы! Общий сбор. Так, тут есть, тут все досматривается. Так, сейчас попрет у меня это самое... Плоскрит попрёт. Что у нас здесь можно сварганить? Можно что-то улучшить? Никак нельзя не улучшить, да? Добавить боевую единицу к местным ополченцам. К
Это за деньги их добавить же, да? Ну да. Так, какова вероятность, что на меня нападут? Мне не нравится, что вот эта область, она вообще пустая. Здесь вообще ничего нет. Вообще. Так. Как это не выдают? Это же самый универ. А, ну если типа в универе ты по музыкалке учился, или ты в музыкальной школе учился. Это же разное. Так, стоять. Сделка принята. Ваше предложение было приемлемым, сделка принята. Окей, дефицит ресурсов. Так, новый совет. Это все строится. Это все, окей. Да вижу я, что нету ресурсов. Сбогойтесь. Сейчас все будет. Опа, ты кто? А ну пошел отсюда вон, сучка. Видели, видели, тут красненький ходит. А красненький, кстати, подбирается, сучонок. Охренеть. Так, что это такое? Запрос на коммуникацию. Ну-ка. How can I help? Эсмар Туик. В вопросах торговли территория имеет решающее значение. Мне хотелось бы больше торговать с вами, но как, если ваши земли малы, а поселение едва сводит концы с концами? Ты пришел меня оскорбить? Ах ты сука. Я тебе рот порву. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой, живи! А, это не наш. Ладно, похер на тебя. Раз ты не наш, вообще похеру. Так. Что это тут за пиздюки ходят? Не поняла. Блин, буря к городу подбирается. Уйди! Уйди! В другую сторону иди! Нет! Так, песчаная буря. Песчаные бури негативно сказываются на производстве в ближайших поселениях. Они могут уничтожить как боевые единицы, так и орнитоптер и харвестер. Боевые единицы могут укрыться в подконтрольных поселениях. И все же бегство – самый надежный способ спастись от песчаной бури. Куда она идет? Непонятно, куда она идет. Вниз вроде идет. Прапор эльф. Так, этого вампира будешь? Ну, если хотите, можем пойти. Мы пока, в принципе, первое впечатление вроде мы сделали по поводу этой игрышки. Народ Дюны всегда разговаривал языком силы, а Харконина языком угнетения. В этой игре битвы есть или это чисто экономическая игра? Не, есть солдаты. Песчаная буря, скорость заявлена в книге 600 метров в секунду. Но у меня тут скорость увеличенная. Ну-ка, ну-ка, солдаты. А, они мимо прошли. Вот им повезло, козлы. Так, песчаная буря, дефицит, голосование совета. У нас на хоре язычок всегда разминался перед тем, как петь, поэтому когда кунку делаю, все балдеют. Илечка, ну что мне тебе рассказывать? Ну да, что ты тут языком своим чешешь? Залазь под стол давай. Все молчат, только я за вампира. Чат. Что мы делаем? В Дюне сидим или идем в Vampire Survival? Короче, пускай так будет. Я не знаю, за что голосовать, если честно. Обнаружен налет. Ах вы суки, собаки. Так, секундочку, сейчас. Угу.
Так, шо, у меня зависла игра. Алло, пыщ-пыщ. Пыщ-пыщ. Куда вы бежите? Алло, деритесь. И червяк, ёб твою мать, ёб твою мать. Блин, мне папа звонит. Так, чат, секунду, я сейчас с папой поговорю. Я тут. Папе привет от жениха. А-а-а. Вот папа удивится. Так, голосование есть. Изучено важное место. Так, принять решение. Окей, так, поселение в осаде. Да в смысле в осаде? Вали их, бомжей. Так, идет бой. Окей, обнаружен песчаный червь. Класс. А, выплата по контракту. Окей. А что, червь не вылез? Червь не вылез, кстати. Хилятся нормально. И тут еще есть еще двое. Только единственное... У меня армии что-то много, что ли? Не поняла, как это работает. Ну ладно, все, у меня пласкрит пошел вверх. Ура, чат, ура! Так, пум-пум-пум, что мы изучаем? Программа подготовки экипажа. Я могу сюда еще экипажа херакнуть. Отлично. Орнитоптеры, я думаю, больше нам не на... Ой, не надо, да? Так, вот это что? Изучаем. И вот сюда еще надо будет потом тоже... внедрить быстренько. Что за звук? Результаты. Нихера не поняла. Я не понимаю, как этот совет работает, если честно. Некоторые задания понимаю, а некоторые нет. Так, почему у меня уменьшаются кадры? Как быть, что с этим делать? Не понимаю. Так, воды, наверное, маловато, да? Давайте построим, может, или не надо? Ремесленническая мастерская, пост перехвата. Стройся. Что за извращение вы там в чате пишете? Эй, вы. Пш, пш, пш. Блин, хочу что-нибудь скушать. У меня там есть сосиски вкусные. Барсик их тоже любит, кстати. Сегодня дрались с ним за сосиску. Так, оранжевый к нам прилетел. Что они там стали сильно часто летать, вам не кажется? Молодые люди. Что? Песчаный червь. Так, он же уезжает? Да, уезжает. Отлично. Червь, конечно, обнаружен, но, если честно, я не понимаю... Я не понимаю. Так. Задействовать. Так. Запрос на сделку. Поехали. Подожди. Так. Мы им даем 56 очков внимания, влияния. Они нам дают 112 салая. Да, ну не, молодой. Как-то это... Хоть за соседку дрались, а не за пиписку.
Ой, Эдвенчер, здорово. Блин, спина болит что-то. Так. Как-то, видимо, можно. Посольство, администрация. Все. Спасибо за песенку. Да, что-то здесь районы очень дорогие, конечно. У меня столько нету. Я бы поставила исследовательский центр и администрацию.
Так, ну ладно, этим будем потом заниматься. Это что такое? Караван водоносов. Это что дает Солари? А тут что дает авторитет? А, но не для распространения пропаганды. Чудо Гекич, но у меня денег нет. Не для распространения пропаганды. О, кстати, а вот сюда можно отправить агента. Здорово, дедулечка. Как дела? Так, стоп. Голосование совета. Почему в некоторых я не могу голосовать за себя? А, это чтобы другим на это навредить. Во, майна. Так. Так, пока там идут исследования, шпионажи и всякое такое. Бабки мутятся. Так, мы чуть-чуть увеличим. Блин, ну тогда у меня Солари, конечно, вообще не идет. Пипяу. Просто пипяу. Мерещица. Можно добавить в поселение. Ну, в смысле, постройку в поселение. Что у нас тут? Фабрика пласкрита. Я, кстати, так и не поняла. Перерабатывающий завод просто делает? Или... Или, ну, короче, Харвестер нужен для него или нет? Так, что тут? Обнаружен налет. Да ёб твою мать. Так, вы сюда идите. Вы чуть-чуть назад. Поехали. Мочи, говнюков. Шо там? Поселение в осаде. Идет бой. Пошли вон, бомжи. Так, стоять. Создание завершено. Отлично. А, мне нужно посмотреть. Так, что у нас дает? Хранилище пряностей. Плюс 20 производства пряностей. А, так, центр обслуживания, ветряная ловушка, топливных элементов, кстати, блин, это тоже надо построить. Так, этот экскаватор извлекает из почвы редкие компоненты, в конечном счете обеспечивает вам Солари. Поехали. Не надо сюда ставить же, да? Краешку так поставим его, пускай строится, окей. И мне что-то нужно сделать с кадрами. Блин, что же делать с кадрами-то? Так, соточку потратим. Ну, я не вижу, чтобы мне что-то кадры давало. А, 4 производства кадров. Отделение вербовки. Ладно, пока не будем сюда, наверное, это делать. Давайте так. Центр обслуживания давайте херакнем. Будет. Мне нужно отделение для вербовки. Куда мы его херакнем? Сюда? Или в... Ну, блин, сюда постоянно кто-то это нападает, козлы. Бесит меня. Ну, что, у меня пальчик на ноге болит. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, что у нас там? А, изучено важное место. Окей, принять решение. Чё там лучше? Ах ты, ёб твою мать!
все хорошо. Блин, как досадно, кому-то выпал модератор на один стрим. Но аноним немножечко аноним, поэтому как бы меч никому не выдаем. Это был вопрос или что? Спасибо большое, аноним, за 3 троечки, спасибо за поддержку. Да, все хорошо, все хорошо. Так, сейчас подождите, вот так вот. Стой, стой, сказала. Так, у меня есть еще один агент. Куда мы можем отправить? Сюда. Давай, пошла. Сюда надо денег. Так, выплата прошла успешно, отлично. Запасы. Это вот сюда, кстати, хочу поставить. Давай это 300 сделаем, да? И так, центр обслуживания, фабрика, очистительный завод. Вот, хранилище пряностей, но это чуть попозже надо. Мне пока не хватает пласкрита. Так, свободный агент. Шикарно. У нас их 2. Не, подожди, это занята же. Почему она не назначена, если она назначена? Ты аноним? Ага. Так, общее производство Солари увеличивается. А вот эту куда мы отправляем? Даже не знаю. О, кадры дают. Давайте ее отправим нормально. Так, а по итогу, куда я отправила девку, оно... О, смотрите, оно раз это... Смотрится. Ну, смотрится. Так, фабрика пласкрита. Вот, мне нужно хранилище пряностей, да? Сюда как-нибудь его вот так поставим. Так, мне нужно с кадрами что-то делать. У меня с кадрами все очень-очень плохо. Так, запрос на сделку. 87 на 2, на 87. Влияние. Зачем вам мое влияние? Блин, ну я его тоже не трачу. Но опять же, пряности мне не нужны. Я бы на кадры потратила на самом-то деле. Не отклонить. Так, что-то я там выучила. Что я выучила? Подготовка экипажа. Скорость обнаружения. Силтек. Что тут у меня такое? Прошу прощения, есть ли какой-то особый смысл в вашем нежелании защищать свою территорию? Я понимаю, вторжение пойдет на пользу вашим людям. Ты сейчас добазаришься, я сделаю армию и тебе распиздячу к херам. Бесит он меня. Я в стратегиях обычно не воюю. Но если ты, сука, на меня будешь бочку катить, я тебе жопу порву, понял? Козел. Так, что мы можем? Мы ничего-ничего не можем построить. Блин, мне срочно нужно по кадрам что-то поставить. Срочно. Так, а что у меня? Обнаружен песчаный червь. Отзыв. Злая тетя. Я не люблю, когда на меня бочку катят другие государства. Я же вам говорила, я очень часто играю в эти самые стратегии. И если на меня катят бочку какие-то другие государства, я, типа, делаю себе армию и разъябываю их. Ну, чтобы не базарили. Вот если они не базарят, я, типа, спокойная абсолютно. А я там с ними торгую, что-то там иногда их даже защищаю, помогаю там и все такое. А если на меня начинают бочку катить... Зря вы это, зря. Так, что у нас здесь? 300, да? 300. От сосею трактариста. Так, ну-ка, стоп. Что у нас по территориям? Кстати, 100%. Принять решение. Так, ты. Курс выживания. Военная база. Один агент. Ракетный комплекс. О, минус 20% кадров для содержания боевых единиц. Вот это очень хорошо. Прям очень-очень.
Так ты скажи, что ты тиран, диктатор. Да, я тиран и диктатор. Но как, блин, понимаешь, тираны и диктаторы, они изначально идут на всех войной, а я больше защитник. Как-то так. Так, не могу понять, на что уходят? На армию, да? Но армия мне нужна, потому что на меня нападают. Исследовательский комплекс, их две штуки, 14 голды забирают. Что так много? Так, бездействующий харвестер, так, задействовать. Дефицит ресурсов кадров. Да я знаю, блин, что у нас дефицит, сюка. Так, ладно, подождем. Отделение вербовки 128 пласкрита нужно. Да, добро должно быть с кулаками. Так, блин, минус 3, а почему так много? На армию? Офигеть. Офигеть. Так, новый агент через 19 минут. Слушайте, ну мне очень понравилась игра на самом-то деле. Здесь не так, конечно, как в Циве, но неплохо, позалипать можно. Очень даже можно. Прям нравится мне. Так, вот это что? Челнок. Должно быть в радиусе аэродрома, но у нас нет такого. Так, голосование совета. Так, стоимость создания построек позволяет обучать гвардия Лансрада. Плюс 100% стоимости вербовки единиц. Так, ну давай, чё. 30 тебе херакнем. Так. Чё? Вот так, всё, должно хватать. Там у тебя отдел вербовки, вот сюда, назад, фигакнем. Так, стройся, всё, кадры должны сейчас пойти, по идее, по ходу. Вверх пойти. Зреющая измена? Что? Так, у вас возникли подозрения, что среди ваших шпионов завелся предатель. Найдите способ устранить крота до того, как тот успеет доставить неприятности. Несколько ваших агентов, один, откажутся работать на вас и покинуть службу. Последствия бездействия. Купить лояльность, повлиять на ячейки. Предварительные условия устроено... Две шпионских операции. Блин, но мне не хватает пласкрита. Значит, пока что их купим. Пока что их купим. Что-то тут так долго все это делается. Офигеть. Так, сейчас, короче, достроится, я посмотрю, пойдут ли кадры вверх, и пойдем, наверное, в этот Vampire Survival, глянем, что там. Вот, на 3 часика. И, в принципе, план по стриму будет выполнен на сегодня. Блин, я вся такая красная, у меня футболка красная, это красная, отсюда красным светит. Чего там такое? Так... Запрос на сделку. What do you want? Ну давай. Чё? Нет, а чё? Я не пользуюсь влиянием. Да, слушайте, ну я уже в неё залипла. Так, создание завершено. Всё, кадры пошли вверх. Отлично, отлично. Изучено новое место. Отлично. Принять решение. Отлично. Так, водоносы. Водоносы. Блин, мне не хватает чуть-чуть солари, да? Ладно, чуть попозже. Так, значит, здесь пласкрит, здесь пласкрит. Соляра, соляра, кадры, знания. Так, соляра, вода. Знания, пряности. Так.
Что у нас здесь еще есть? Ну, в принципе, здесь больше ничего и не сделаешь. Так, здесь у нас изучается агент внедрения. Так, минус. Так. Блин, я забыла, по какому я хотела пойти. Вот сюда, кажись, да. Так, один, два. А, сюда не пускают уже, ладно. Что это тут изучает? Оно по Пишов. Пишов звицы. Так, создание завершено. Обнаружено поле пряности. Голосование совета. Сколько там осталось? Один день. Окей. Музычка очень кайфовая. Обнаружен налет. Ну давайте. Хильтесь, мои рыбоньки. Так. Так, у меня есть деньги. Выбрать. А, у меня авторитета максимум. А на что тратится авторитет? На захват других земель, типа? Давай, допустим, тебя захватим. Блин, ну тут нихера нету, что его захватывать. Так. А, ты про вампира, я поняла, поняла. Так, ну здесь, блин, здесь остались только поля пряностей, а этот самый харвестер может быть только один. Так у меня вопрос, поле пряности, оно заканчивается или нет? Или оно типа бесконечное? Что за звук? Враг достиг значения гегемония 5000. Ах ты, сука. Ах ты, сука. А как вообще достигать гегемонии такой? Я понять не могу. Надо что-то строить. Так, я хочу здесь что-то построить. Нужно 1500 соляры, да? Окей. Требуется давление на экономику. А где изучать давление на экономику? Вот оно, да. А что я сейчас изучаю? Вот это? Понять не могу. Да, изучается вот это, потом вот это. Ну, пускай будет. Так, ладно. Сохраняемся. Я потом это... выйти из игры... В смысле, так я же вот сохранилась. Но игра кайфовая. Я очень сильно кайфанула от нее.